Привет, друзья! С вами Зверько и обзор нового героя Чан-э. Чан-э – это богиня Луны в Китае. Существует несколько вариантов мифа о Чан-э. Но общая канва сюжета одна. Чан-э съедает эликсир бессмертия, предназначавшийся для ее мужа, и ее уносит на Луну, где с той поры она обречена жить практически в полном одиночестве. Поэтому этот образ мы можем наблюдать в нескольких играх. Вернемся к ML. Вновь разработчики радуют нас, а некоторых, наверное, расстраивают новым магом. Лично у меня Чан-э вызвало двоякое чувство. Судите сами. Пассивка. Каждое попадание навыка ускоряет КД всех навыков на полсекунды. Стакается до 6 раз. То есть, как начинаются массовые файты, мы можем поливать навыками беспрестанно. Благо, много маны они не требуют. И, кажется, это КД плюсуется с сокращением КД от предметов и бафа. Первый навык. Чан-э призывает группу кроликов в треугольной области. Кстати, очень напоминает игру «Ударь крота». Кролики-мины вносят полный урон одной цели один раз за прокаст, потом на треть ниже. То есть, если первая мина наносит 800 урона, следующие нанесут этой же цели примерно 260. И навык замедляет противника на 1.5 секунды. Второй навык. Чан-э выстреливает, не останавливаясь, 3 магических шара по прямой, почти как карты Харли. Попав всеми тремя, оглушит цель на 1 секунду. Но только одну цель не чаще, чем раз в 6 секунд. Это сделано для того, чтобы вы не держали одного и того же персонажа постоянно в стане. И кажется, но это не точно, надо с другими людьми проверять, уменьшает силу дальней атаки противника с руки, а магический шар становится сильнее на 10%. Прям навык антистрелок. Обратите внимание на КД этого навыка на видео. Ульта. Чан-э выстреливает ракетой, которая разделяется на 6 маленьких боеголовок кроликов при попадании в противника или в конце пути. Работают боеголовки как притягивающиеся мины. Попадание в одну цель уменьшает урон последующих попаданий. Итак, мы видим из навыка, что это очень напоминает по геймплею циклопа, лично мне. Только тут целиться надо, но, возможно, покажет себя в массовых файтах. Пишите, что думаете об этом герое, подписывайтесь, ставьте лапки и всем пока!